Життя непросте, воно ще простіше, ніж ми гадаємо. Тільки не завжди ми знаємо, як прийняти просте та водночас ефективне рішення. Щастя, любов, гармонія, статус та гроші – все в наших руках. Кожного дня ми маємо на це тисячі можливостей. І сьогодні також. Давайте разом зробимо наше життя простішим, кращим та щасливішим. Це програма Ірини Шевченко «Життя ще простіше». Виховання дитини – приємний, але інколи процес дещо складний. Осмислене батьківство, продуктивний спосіб мислення та життя батьків – зазвичай запорука того, що з дитиною ми себе поводимо правильно на рівні інтуїції. І у майбутньому наша дитина – сама продуктивна особистість, живе легко, будує власне життя крок за кроком, йдучи з задоволенням назустріч своїм бажанням. Складна історія нашого простору, ментальні стереотипи виховання та інколи просто нерозуміння психологічних механізмів ускладнюють життя найулюбленішої нами людини в світі – нашої дитини. Ніби й любимо, ніби прагнемо найкращого, але… Найперше, про що хочеться сказати, незалежно від віку дитини. Головне – це безумовна до дитини любов. Просто так, не за перше слово, не за першу правильно написану літеру і не за добру у школі поведінку, а просто тому, що ти моя дитина. Хіба цього мало? А про форму і міру здорової до дитини любові спробуємо розібратися далі. Більшість батьків вважає, що коли дитина народилася тільки-но, вона ще до року, до трьох нічого не розуміє. Але ми забуваємо, що дитина у цьому віці якраз намагато більше відчуває, так? Согласна з тим, что родители действительно иногда считают, что ребенок, так как у него еще не так развито мышление, не понимает то, что происходит. И очень важно в этот момент от 0 до 3 лет давать ребенку поддержку, потому что до года у ребенка формируется базовое доверие или недоверие к миру. Главный вопрос, который задает себе ребенок, могу ли я доверять миру? Поэтому если ребенок ощущает, что близкие люди рядом поддерживают его, в первую очередь мама, слышит ее голос, биение ее сердца, ее тепло чувствует, и он чувствует, что его основные потребности удовлетворяются родителями, так как он сам, естественно, не может в этот период удовлетворить свои потребности, то ребеночек ощущает доверие к миру. И дальше это благоприятно влияет на его развитие и жизнь в целом, на дальнейшее прохождение следующих этапов. И давайте скажем, что в самом цьому віці формується ще самооцінка. Так? Якщо вона позитивна, вона виражається у мотивації досягнень. Якщо вона негативна, то вона виражається у мотивації уникальної вдачі. Так? Тоже очень важный момент. С двух до трех лет или с года до трех лет в этот период очень важно для ребенка чувствовать свою автономию. Он учится управлять своим телом, он его учат ходить, он учится ходить, говорить и так далее, и так далее. Важно для него понимать, что он может самостоятельно, да, делать эти шаги. Если ребенок успешно, да, осваивает предметную деятельность, предметная деятельность – это ведущая, он действительно там общается со взрослыми, с родителями, и в то же время через предметы, да, манипулирование ими, подражание родителям, он убеждается в том, что он может дальше также развиваться, да, взаимодействовать, и это положительно влияет на его самооценку. Если же родители его ругают за то, что он там неряшливо что-то сделал, или ну, дети сразу не идеально все делают, это понятно, то у ребеночка формируется вина, сомнения в своих силах. Да, это, естественно, негативно влияет на дальнейшее развитие и самооценку. И потом это не так легко уже исправить. То есть нормально, когда дитина помиляется, но ты вона и дитина. Можливо, все вона робить не ідеально з першого разу.
Конечно. Нужно спокойно ко всему относиться родителям. Многие родители стремятся идеально сразу, чтобы все было. Но так не бывает. Нужно принимать ребенка. Он очень хорошо чувствует вот это принятие, которое мы даем, да, со всеми его достоинствами, недостатками. Еще такого цікавого ми можемо сказати у спілкуванні з дитиною з 3 років до 6. В этот период ведущая деятельность – игровая деятельность. Дети очень любят играть до школьного возраста. И, собственно, можно помочь ребенку с помощью игры, с помощью интересного для него занятия научиться тому, что ему следует, да, в этот период усвоить и чему научиться. Ребенок становится еще более самостоятельный, он проявляет инициативу. Инициативу хорошо родителям поощрять, естественно, и выделить какую-то сферу деятельности, где ребенок может себя проявить, проявить свою самостоятельность. Вот. И таким образом самоутвердиться, и в дальнейшем это положительно повлияет на его развитие. Незаполненный чек. Престон Уотерс, $200. $1000. $1,000,000. Печать. Наличные $1,000,000. Цікаво, з якого віку доцільно дитині давати гроші, щоб вона перші свої фінансові помилки зробила раніше, чим, можливо, деякі дорослі? Ну, я думаю, мелкі карманні деньги можна вже давати, да, із дошкільного возраста дітям, щоб вони дійсно вчились вести, да, себе з деньгами і розуміти, тобто, на що можна потратити. Якщо ребенок потратить всі деньги одразу, то потім важливо, щоб батьки встановили ці правила, що він дає йому на определенне час, да, деньги. Якщо ребенок тратить, допустимо, раніше, то щоб він сам мог регулювати і розуміти, что в ближайшее время тогда у него не будет денег. Ну, таким образом научился контролировать свои расходы. Но вот эти деньги, они тоже могут помочь карманные в развитии самостоятельности ребенка и ответственности. Это важно. Ты зачем накрасилась? Нравится мне так. Где ты помаду взяла? В ванной. Иди и смой. Наши лазутчики доложили то же самое. Цікаво, що саме у цей вік формується ставлення до своєї статі у дитини. Так, ідентифікація хлопчик я чи дівчинка, і батьків часто непокоїть, як це виражається зовні. Тобто, як дитина демонструє, можливо, своє тіло десь недоречно, чи цікавість у дитячих садках до статі одне одного. Як на це реагувати? Це нормально, що дитина спочатку від народження не осознає, якого він пола, і постепенно развиваясь, ребенок замечает отличия между мальчиками и девочками, интересуется этим, потому что до этого он не знал, да, это что-то новое для него, интересное. Он идентифицирует себя со своим полом, да, то есть если девочка с женщинами, если мальчик с мужчинами, и таким образом ему интересен также противоположный пол, да, организм, но тут больше именно устройство, как все устроено, да, это нормальный познавательный интерес. Вот, которые, ну, в разумных пределах не нужно детям запрещать, да, они взаимодействуют. Если ребенок демонстрирует, например, свое там тело, да, вот таким образом он хочет сказать: посмотрите, вот я девочка, да, всему миру, остальным людям, потому что у него произошла эта идентификация, и он рад, да, тому, что... Ну, это тоже нормально. Опять-таки, есть какие-то случаи, да, где стоит обратить особое внимание, если это уже выходит за пределы. Но в целом
Ничего страшного в этом нет. Потапов, давай! Ми знаємо, що є така вікова криза, криза, умовно кажучи, 7 років, коли у дитини з'являється стійкий пізнавальний інтерес. І чи у кожної дитини вона саме в 7 років приходить ця криза? І коли доцільно дитину віддавати до школи? Учебна діяльність характерна для періоду від 6-7 і от до 12 років, а потім це трансформується вже в професіональну діяльність, спілкування і так далі. Ну, звісно, ми всі люди, ми всі унікальні. І якийсь дитина готов вже в 6 років, у нього з'явився познавательний інтерес, йому цікаво там чтення або устройство світу, різні предмети. Його можна давати в школу. Є дітки, яким ще цікаво вот эта игровая деятельность, да, и их психика еще не готова к насыщенной программе, которая обычно у нас в первом классе сейчас в школах проходит. Тогда можно немножко позже дать ребенка в школу, это нормально абсолютно, это не значит, что ребенок какой-то не такой, да, или что он не успеет. Он все, что ему нужно, успеет узнать в школе за последующие годы. И это, наверное, будет и дитині простіше, буде легше у школі, коли своєчасно, так, дитину до школи готовили? Конечно, потому что ребенок тогда не сможет эффективно усваивать информацию. Когда ребенок готов, он более эффективно будет и продуктивно учиться. И ну, это будет лучше, чем он будет стараться успевать за другими, будет чувствовать, что он не успевает, и это будет формировать у него низкую самооценку, потому что он будет некомпетентен, да, не успевать и так далее. Що найголовніше у спілкуванні з дитиною від першого класу до підліткового віку? Тут якраз виступає учебна діяльність, да, ведуча діяльність. В цьому возрасті ребенок интересуется различными науками, и важно его мотивацию, интерес поддерживать, не заставлять его учиться, а именно помогать ему познавать новое, радоваться вместе с ним его успехам, давать ему еще больше самостоятельности в каких-то, да, делах, которые он может себе позволить. Поощрять его и, естественно, давать модели поведения взрослого положительные, чтобы он мог подражать и таким образом формировалось у него его собственное поведение. Я тебя люблю. Тебя тоже люблю, сынок. Мы тебя любим. И я вас люблю. В першу чергу все ж таки дитина формується з родини, так? Тобто переймає ті моделі поведінки, які є нормою у цій родині. Яка родина, так, така й дитина. В першу чергу це родина. Очень важна, естественно, і наслідственність, і воспитання. Воспитання – соціальне окруження, в яке попадає ребенок. Вот. Тому і школа, і родители, сім'я формують ребенка. Я говорила с директором Что? Школы. Сейчас, по телефону. Где моя дверь? Приватность – это привилегия. Где моя дверь, мама? Дверь будет возвращена тебе, Анна, только если ты объяснишь мне... Я хочу свою дверь! Верни мне дверь, или я покончу с собой! Ого, я посмотрю. Хэри! Заткнись! Давай попытаемся обойтись без драм. Объясни мне спокойно, почему ты сегодня два раза была наказана. Ладно, меня выгнали с урока, но это из-за того, что Стэсси Хинхаус все время швыряла мяч мне в голову, потому что она психованная уродка. Например, сегодня ты получила 2 за свое сочинение. Ну, мистер Бейтс ко мне вяжется. О, и он тоже. Да, он терзает меня постоянно. Вот сегодня Джейк наконец-то заговорил со мной, а он просто... Что за Джейк? Он просто чудесный парень. Итак, идем в китайский ресторан. Ты губиш мне жизнь! Я завтра уеду и никогда не вернусь! Никогда, никогда, никогда! Трохи про міфи про складного підлітка. Ми знаємо, що складний підліток – це підліток в тих родинах, де було втрачено контакт батьків
з дитиною раніше. Тобто, якщо все нормально від народження дитини до підліткового віку, то, напевно, ми скоро того підлітка не отримаємо. Очень важно родителям принять то, что они уже не являются для подростка таким авторитетом, каким они были раньше. Происходит обесценивание, да, действительно, родительской позиции, и это нормально, потому что в этом возрасте подростки формируют свои собственные взгляды на жизнь, свое мнение, свои позиции, и важно уважать мнение ребенка, уважать его как личность. И принимать его, не относиться к нему еще как к маленькому, потому что это уже переходный период, когда формируется взрослая личность. Вот. И принимать то, что ребенок больше времени будет проводить со сверстниками, с компанией, с друзьями. Естественно, можно помогать ему, показывая хорошие, опять-таки, примеры, модели поведения взрослых, да, успешности и вот действительно хороших отношений. Вот таким образом мы можем повлиять. Если все ж таки втрачено цей зв'язок, и мы маємо складного підлітка, чи можемо ми зараз це і як? Ситуация, да, более сложная, чем когда связь достаточно теплая между родителями и детьми. Но, возможно, через уважение и внимание к ребенку, к подростку и к его интересам, через то, что родители начинают считаться с мнением подростка, спрашивать у него, возможно, что-то, да, в чем он разбирается, в его увлечениях, интересах, общаться с ним действительно как почти со взрослым человеком, это может расположить ребенка к родителям, и он может захотеть вновь общаться, да, интересоваться, чувствовать себя нужным, значимым, и таким образом авторитет родителей постепенно вернется. Как это сделать на практике? Напевно, можно просто спросить, я буду слушать музыку, так, який там фронтмен, лідер цієї команди, з якої країни, так, ця група? Да, ни в коем случае не критиковать и не говорить, как родители часто делают. У нас в наше время музыка была лучше, дети были намного послушнее и так далее. А даже если вы не разделяете, да, увлечения, вам не близки, у вас другой вкус, но с пониманием относиться, да, и к стилю одежды подростка, и к тому, какую музыку он слушает, и к его друзьям и хобби. Все это важно действительно разделять и интересоваться этим, уделять внимание. Боже, Лёва, что я вижу? Ты купил себе новый костюм без мамы? Не без мамки. Какой мы ресторанчик с тобой сегодня идем? Я почему-то видела устриц. Во сне? Гага. Да. Я иду в ресторан. Я иду в ресторан с девушкой. Может быть, я вообще заведу себе семью. Как вы, с папой. Ну вот. Не говори глупостей. Когда ты наконец поймешь, что твоя семья – это я. А если это родственница, женит тебя на себе, она родит тебе кучу детей и уродов, инклюзив ногти, изменит тебя, разведется с тобой, отберет у тебя квартиру и деньги, и в результате все-таки посадит в тюрьму. Я умру с горя. Тебе некому будет даже передачу носить. Мама! Оу! Лёва, имей в виду! Имей в виду, или она, или я! І ще таки правильна сепарація, як легко із задоволенням відпустити вже дорослу дитину з родини у власне життя. Очень важно отпустить подрастающего ребенка, да, когда он уже становится более еще самостоятельным и уже превращается в зрелую личность. Важно уважать его авторитетность, да, его самостоятельность и спокойно отнестись к тому, что уже вы будете не такое важное место занимать, хотя все еще важное, конечно, но общаться можете реже, да, или по телефону, но от этого ребенок не перестанет вас меньше любить. Вы ему нужны все так же, но в качестве взрослого, который помогает ему, в качестве друга, возможно, но не в качестве уже, да, действительно такого наставника. Осторожнее! Дедушка Антон!
Чи є, на вашу думку, якісь відмінності у вихованні хлопчиків і вихованні дівчаток? Є определені различия в воспитании мальчиков и девочек, потому что мальчики стремятся копировать модель поведения мужчины, да, поэтому они предпочитают играть в мужские игры, это машинки, войнушки и так далее, и так далее. И это нормально, это хорошо, потому что таким образом дети познают. Для девочек же важны ролевые игры, все, которые касаются материнства, дочки матери, женской роли, идентификации себя как женщины, прически, наряды, мода, все, что касается вот этой сферы, для девочек очень важно. Точно так же одежда, ну, по-разному одевают мальчиков, девочек воспитывают, естественно, у них разные авторитеты, идеалы, и это тоже нормально. Переживаешь? Нет. Время летит, дети растут. Это тяжело. Отпусти ее. Переверни страницу, иди дальше. Она была малышкой, вдруг... Переживи это, прими это. Круговорот жизни, болезненно это. И тяжело, да? Нет, мне нет. У меня сын, а вот ты влип. Спасибо. Цікаво про міру прояву любові та ніжності у вихованні хлопчиків та дівчаток. Вона має бути якось відмінною? Я думаю, що важно искренне проявлять любовь и нежность, и не нужно сдерживать себя, если, да, это мужчина, и слишком там, не проявлять к нему нежности. Мужчины точно так же нуждаются, мальчики, в нежности, ласке и заботе. Ну, естественно, во всем хороша мера, и нужно спокойно относиться к тому, что в ответ может ребенок, не мужчина, да, подрастающий, копируя мужскую модель поведения, не проявлять так много нежности, как хотелось бы маме. Это нормально. Любишь его, мам? Да. За что? Он мой муж. А отец кто был? Отца, считаю, у тебя вообще не было. Чи є якісь особливості у вихованні нерідної дитини, дитини чоловіка чи дружини, всиновленої дитини? При воспитании приемных детей очень важно понимать, что ребенок мужа или жены, у него сформировалась собственная семейная, да, обстановка, ситуация, собственные какие-то ритуалы и модели поведения, и не нужно менять правила очень резко и стремиться воспитать под себя, так как вы бы воспитывали собственного ребенка. Нужно найти взаимопонимание с вашим мужем или женой и совместно, придерживаясь одной стратегии, воспитывать ребенка. Ну, давай ему чувствовать себя любимым, нужным, интересоваться им, все так, как вы бы воспитывали собственного ребенка в этом смысле, в смысле поддержки, внимания и понимания. И что таки наиголовнейшее в выховании дитини, незалежно от ее віку? Любовь, понимание и принятие. Когда ребенок знает, что родители его будут любить и принимать таким, какой он есть, независимо от того, как он учится, удалось ему что-то или нет, уже даже во взрослом возрасте, да, в профессиональной деятельности, насколько он успешный, или какая у него семья, или как он, если это маленький ребенок, там, учится ходить, да, говорить, как он по сравнению с другими детьми себя ведет. Независимо от этого всего, что он будет знать, что он любим, его поддерживают, принимают, и семья – это действительно такое место и сфера жизни, которая будет всегда ресурсом для него. Наш син 5 років, нічого не хоче робити вдома. Ми віддали його до садка, щоб там навчили одягатися, складати речі. Тепер в садку робить, а вдома все одно ні. Олеся і Руслан. Если ребенку 5 лет, и он научился в садике складывать свои вещи,
но дома продолжает разбрасывать игрушки, не хочет за собой убирать. Очень важно, это период как раз игровой деятельности с 3 до 6 лет, очень важно научить его порядку через игру, не наказывая его, не заставляя, не принуждая, а уважая его, сделать так, чтобы убирать было для него интересным, чтобы он понимал ответственность, что если он поиграл, нужно убрать, но в то же время это было для него как дополнение вот к игровой деятельности. Можно придумать любые игры, например, на время, давай засечем, успеешь ты или нет собрать, да, свои игрушки под счет там, или под определенное время, либо собирая игрушки, сортировать их и, там, по цвету или по размеру, или еще что-то, включить вот эту вот познавательную активность, интерес ребенка. Коли можна в порядку виключення бити дитину без підпису. Очень важно научиться наказывать ребенка по-другому, не с помощью физического насилия, а с помощью обсуждения правил, да, объяснения, считая с мнением ребенка, выработать правила, почему это нельзя делать, а не просто наказывать и бить его, потому что таким образом мы влияем негативно на личность ребенка, на его будущее, потому что человек, который сильнее, когда применяет насилие, это ужасно просто. Я все життя віддавала доньці все найкраще. Тепер їй 17. Вона поїхала в інше місто вчитися і попрекає мене, що я була поганою матір'ю. І їй зі мною тяжко жити. Марина. Важно понимать, что взрослее дети от нас отдаляются, спокойно к этому относиться, принимать это, потому что у детей могут быть уже свои собственные взгляды на жизнь, ценности, мировоззрение, что может не совпадать с родительскими. Но мы уверены, что родители, которые дали ребенку любовь и заботу, дети оценят это в будущем, и даже если они могут, да, сказать что-то неприятное родителям, все равно в душе они понимают важность родительской любви, воспитания и сил, вложенных в ребенка. Головне у вихованні дитини будь-якого віку, як, напевно, взагалі в житті, це любов та щирість. І не забуваємо, що найкраще виховання – це навчити дитину жити без нас. А ми чекаємо на ваші хороші новини. Життя, що простіше, не прощається.